Мы с вами, друзья, видим опалубку, которая практически готова. Вот так она будет выглядеть. Сегодня инспекция, которую надо пройти перед заливкой, перед тем, что бетон туда пойдет. Значит, вот так это выглядит. Она еще не закончена, но практически закончена, так можно сказать. Сейчас мы на солнышко выйдем. Вот так. Так выглядит все это хозяйство. Естественно, я покажу, когда уже готово будет тоже. Ну вот так выглядит. Спрашивают, какая площадь этого хозяйства. Это будет где-то 60 квадратных метров, но дело в том, что там не просто спальня, там это мастер-бедрум, то есть там и туалет достаточно большой будет, просторный. Там будут шкафы для одежды тоже большие, такие walk-in, чтобы туда можно было зайти и там внутри как-то действовать. Поэтому это достаточно большое помещение. Я вспоминаю, что мы когда в Москве жили, у нас была двухкомнатная квартира, и там полезной площади было там 32, что ли, метра, 33, я не помню. А общая площадь была 60. И я когда на это смотрю, вот на это, то, что у нас перед глазами, я думаю, неужели вот это по площади, как вся наша тогда квартира? И мне не верится, потому что чисто вот так на глаз, на вскидку, такого впечатления нет, что это очень большой кусок. А, еще говорят, что у нас эта стройка сожрет всю территорию. Ребята, вы что? Вон там вся территория, там... Много еще, очень много. Там будет дорожки, травка, там будет беседка большая стоять, хорошая. А может быть там барбекюшница, даже я не знаю, посмотрим. Такая серьезная барбекюшница, не маленькая. Так что вот так, земли там хватит.